Вот обзор этой коробочки. Здесь получается разные товары. Есть и детские. Вот кинетический песок. Коробочка только повреждена. Вот эта бумажная. Новая. То есть все новое. Вот такой вот наборчик. Есть вот такие вот типа фонариков с батареечками. Тоже все новое. Все немецких фирм. То есть товары из Германии. Вот такой вот новый 3D. То есть ручка, наверное, какая-то книжечка здесь. Я еще не разбиралась. Тут, правда, вот язык все на немецком. Я думаю, в интернете тоже можно это все дело найти. Интересно. Это, скорее всего, для собачек. Да, вот 35 килограмм. То есть сама сортировка, в принципе, интересная, потому что это вот пакетики, скорее всего, для стирки. Много разного, то есть и констовары, и вот дыроколы. Знаю, дыроколы у меня спрашивали. Тоже все новое, запечатанное. Это, наверное, лампочки. Вот тут вот нарисовано. Это свечки какие-то интересные, такие, которые закручиваются. Как ковричек выглядят. Стаканы вот есть. Вот такие. С крышкой. Судочки, то есть и для кухни, и для ванны, и для нас любимых расчесочки. Даже я видела эти, как они называются, тейпы, по-моему, вот эти вот штуки прикольные. Говорят, они от растяжек, я вот не пользовалась сама. Говорят, что очень эффективная вещь. Тоже вот мешочки вот такие. Это для автомобиля, по-моему, вытирать, да, стекло. Это вот какой-то тоже интересный домик. Улей, наверное, что пчелки нарисованы, какая-то интересная штучка. Ну, вот эти вот у меня уже были, вот такие пазлы, разукрашки тоже интересные. Девочки брали, вот есть доска. Тяжеленькая, кухонная. Зеркальце вот есть. Так, что тут? Это вот, по-моему, для... Прикольная машинка. Если я не ошибаюсь, катышки снимают. Очень интересно. Тоже я никогда не пробовала, но, говорят, помогает. Так, здесь вот какой-то тоже для нас, девочек, наборчик. Может, для маникюра. Что-то такое, насадки вот разные. Мне надо разбираться, потому что... А, это, наверное, грелка. Ой, тоже классная штука. Детская вот. В комплекте видно две штучки классные. Сейчас зима, как раз вот еще один наборчик этих дыроколов. Так, свечки вот, свечечки, даже вот набор ниток есть, все, что хочешь. Чашка, вот эта чашка, я так поняла, горячая, холодная, она вот нарисована, меняет свой дизайн. То есть вот изначально такая, потом горячую наливаешь, ну, есть у нас тоже, продаются такие чашки. Это, наверное, светящиеся вот эти всякие... Палочки, браслетики, вот еще такая. Ой. Угу. Для спорта очень много тоже интересного. Вот типа вот таких вот тренажеры вот такие вот. Я еще тоже не смотрела. Утяжелители. Но должна быть тоже классная штучка. Так, это вот какие-то... Не знаю, что. Наверное, какой-то переходник, что машина нарисована. Так, что еще? Это вот какой-то счет. А, это, наверное, ванную. Крючочек такой. Да, для ванны, скорее всего. В общем, я взяла первый раз. Даже нож.
Мне самой стало интересно, потому что я обычно... Вот это вот классная электрическая зубная щетка с насадками. Крутая штучка. И стало интересно, ну, попробовать, потому что, в принципе, оно все новое. БУ Second тоже предлагает такой вот. Но я как бы не сильно хочу, потому что это все-таки, это, наверное, формочки для кексика силиконовые. Даже вот шторка в ванную есть. Потому что все-таки пользоваться такими вещами, ну, как бы, мне кажется, не очень. Вот еще одна какая-то спортивная для мужчин. Тренажер. Так, что тут? А, вот это вот, это кашпо, по-моему. Металлическое, скорее всего. Очень красивые эти вазончики, да. Вот такое вот кашпо прикольное. Ну, тут вот коробки есть поврежденные, конечно. Не совсем идеально, в идеальном состоянии. Уступный подарок. Так, что тут? Наушники вот. Это, наверное, лампа. Тоже тяжелая, как ее соляная, по-моему. Так, это вот какие-то щеточки. Еще какая-то тут. Не знаю, что. То есть я еще только вот получила и тоже еще не разбиралась. Вот есть для этих строительных работ даже какие-то наборы такие. Это у меня уже будет муж консультировать. Вот ванная для душа. Салфетки даже есть. Вот эта фирма Лупилу, хорошая очень фирма. Так, вот есть для кухни. Какая-то... А, это даже очки, что ли? Ничего себе. Да, вот даже вот такие вот очочки. Обалдеть. А для кухни вот стеклянные вот такие вот формочки. А это какая-то штука, не знаю, с этим... А, это набор, по-моему, кисточек, да. Да, вот идут набор кисточек, какие-то... Это, скорее всего, подсвечники вот такие интересные, металлические. Так, что еще здесь интересного? Это какая-то подвесочка. Надо открывать, смотреть. Написано для декора что-то. Тоже вот этот, типа из пандера, наверное, что-то. Тренажер для рук. Так, это здесь еще вот формочка стеклянная, вот такая красивая для выпечки. Так, это ее так поставить. Так, опять мешочки. Это вот даже какая-то такая штучка для ванны, для хранения. Так, это у нас какое-то... А, вот еще чашки. Зарядка полная. Так, вот мяч я вижу. Зеркальце опять. А что вот это такое за... А, это детский... этот... Ой, уже забыла название. Пальчиковый лабиринт. Тоже в коробочке, наверное, новый, но большой, достаточно крупный. Так, и вот какая-то тут, может, сушилка. Непонятно. Ну, в общем, вот такой вот товар, пожалуйста, я опрос напишу в группе. Интересно ваше мнение, как вообще такая вот сортировка вам интересна или нет?